жизнь готов отдать. Да ты усыть брить не можешь. Не то, что жизнь отдать. О чем ты? О чем ты, значит, где твои поступки? А слова блудия, это, ты знаешь, для женщин не интерес будущего. Я согласна вот с вами абсолютно. То, что Алина действительно любит, и она пытается держаться за эти отношения. Но у нее не получится. Потому что Никита бездействует, потому что Никите интереснее поехать на остров, поехать еще куда-нибудь. Он абсолютно не рассчитывает на то, что рядом будет Алина. Ему все равно. Он эгоист. Он просто эгоист и ребенок. Спасибо большое. Смотрите, у нас тут какой уголок получился классный. Черемуха такая большая. Туя подросла. А папоротник-то, он уже мне по грудь просто. Ну что, идем смотреть, что у нас там. А у нас там помидоры. Высотой скоро моего роста уже будут. Пойдем посмотрим клубнику, которая у нас в кашпо. Огурчики подрастают. Опачки. Вот она какая красивая. Необыкновенной красоты. А ягодки какие. Такие удлиненные. Кто знает, что это за сорт туи. Ну, посмотрите, какая красота необыкновенная. Просто кружевная туя. Вот с таким интересным вот окрасом. Шикарно прям. Я такой первый раз вижу. Лепота. Ой, какая красота. Чудо чудесное просто. Мы эту иву пересаживали два раза. Я думала, она не выживет. Посмотрите. Не могу найти своего мужа. Ушел и с концами. Что такое? Где он? Юра! Я тебя потеряла. Спилили здесь вишню больную. И теперь здесь хотим сделать столик. Вот она. Работает. Лаврик. У Юрочки тут везде порядок. Здесь полив идет. Юра, я там такую клубнику вижу. Уже все красно. Посмотрите, какая крупная. Божечки. Класс. Так. Что тут у нас? Клубничка, земляничка. Так, идем посмотрим, что тут у нас еще. Ой, как обрадовались мои собачули. Собачули мои обрадовались прям. Постоянно у меня сколько раз даю ссылку вот на эти подложки под землянику. И все равно 500 тысяч раз у меня спрашивают, где вы купили подложки. Еще раз оставляю ссылочку и положу ее в актуальные сторис. Пожалуйста, будьте внимательнее.